Бывший чиновник Министерства лесного хозяйства области отправится за решетку. Артему Никулину сегодня вынесли приговор. Напомню, бывшего начальника управления охотничьего хозяйства регионального Минлесхоза обвинили в вымогательстве взяток за положительное решение вопросов о долгосрочной аренде лесных участков. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, экс-чиновник выплатит штраф 800 тысяч рублей. Все, 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 все